7 часов по словацкому времени. Есть еще время до сна, я решил дернуть в соседний тут замок, который называется Девин. Он сегодня закрыт, сегодня понедельник, так уж произошло. Приехал в Братиславу в понедельник. Вот, но пофиг. Решил поехать просто посмотреть. Он очень удобно располагается, судя по карте, на стыке двух рек. Возможно, будет и возвышение. Это ведь замок. Посмотрим, как будет. Разместился в отеле и решил спросить у него, где можно поесть. Он сказал, да, там вдоль берега все рестораны находятся. Ну вот они, короче, за мной, и они все еще закрыты, хотя сейчас 2 часа дня. Но я так понимаю, судя по вывескам, это сугубо вечерне-ночные заведения, потому что очень много всяких стрип-шоу, ladies night. Добро пожаловать в Белград. Я сейчас выбрал центральный там райончик, там один есть очень красивый, говорят, квартал пешеходный. Я туда иду, но мне показывают по карте 45 минут, но я думаю, что я осилю. The more you walk, the more you discover. Белград. Так, ну-ка, кэш. Подойди. Найт-клаб Виктория.